Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня я бы хотел поговорить об оповещениях о новых видео. Внезапно сегодня я заметил, что у меня резко упали просмотры, прям целый кусок откололся. Обычно просто так это не бывает, не могут просто взять люди и уйти. И при этом мне сегодня ВКонтакте пришло сообщение от подписчика о том, что у меня давно не выходили видео вообще. Совпадение? Не думаю. Скорее всего, это связано с тем, что оповещения либо работают плохо, либо вообще почти не работают. Поэтому, что я хочу вам сказать. На колокольчик нажимать, это, конечно, важно, потому что, ну, оповещение. Но, поскольку они работают не всегда, то постарайтесь проверять, нет ли новых видео на канале сами. Просто заходите на канал и смотрите, есть ли новые видео. Это все, до встречи в новых видео.